Всем привет, дорогие друзья, с вами Джокер, и сегодня такой знаменательный день, даже такие два события, очень больших события для меня. Это первое событие, это то, что на моем канале уже набралось 2500 подписчиков, ура! Вот, на самом деле, естественно, 2500 набралось еще вчера, но так как я ленивая жопа, я вчера не захотел снимать никакие подкасты там, пилить что-то вроде такого, вот, поэтому я снимаю сегодня. Также еще такое знаменательное событие, это то, что на моем канале уже 100-е видео, то есть это вот это видео, которое вы сейчас смотрите, да-да, именно вот это уже 100-е видео, вот. На самом деле, народ, спасибо вам большое, что вы подписывались на мой канал. Если честно, я даже не ожидал, что мой канал станет... Конечно, многие скажут, что это мало, это не очень много. Ну, я скажу другой, народ. То есть, для меня это действительно очень много. Я не знаю даже, не могу подобрать слов. Для меня это... Еще раз повторюсь, действительно очень много. Я этого как бы за 7 месяцев добиться 2500 подписчиков. Это не каждому, так сказать, не каждый сможет. Вот. Ну и я еще раз говорю вам огромнейшее спасибо. Вот все эти ролики, которые я делаю, это ролики для вас, особенно вот механические проекты. Мне хочется как бы передать вам, то есть как бы показать вам то, что я умею, и чтобы вы могли это как бы там что ли взять себе на заметку, вот так вот. Извините за то, что запинаюсь, я немного приболел, да, не люблю болеть. Ну, в общем, о плохом сейчас не будем говорить. Вот, все это благодаря вам, мои дорогие друзья. Вот, и это, так бы сказать, такое знаменательное событие. Вот, ну и давайте как-то такой небольшой подкастик. Я вам расскажу про будущее канала. Я так немножко подумал, вчера посидел, и так решил, что я сейчас закончу постройку айфона. Вот, и там, я не знаю, либо один большой выпуск сделаю, запилю, то есть около там будет часа идти, или может даже больше, я не знаю, как будет, вот, и или разбить на несколько маленьких, залить их сразу, то есть вот так, то есть чтобы закончить вообще уже забить на этот iPhone, вот, и начать, точнее не начать, а уже продолжить постройку механического дома. Все-таки это такой, знаете, довольно-таки популярное новшество, так сказать, постройка механического дома. Вот, и я думаю, вы это одобрите. Если хотите, конечно, то пишите в комментариях. Также я иногда буду выпускать, там, не знаю, ролики какие-нибудь по сампу, там, может, какие-нибудь монтажики. Вот, но пока что основные это будет у меня идти, как бы, не знаю, пока что постройка айфона у меня будет идти. Основная. Потом, когда я ее закончу, будет уже основной, как бы, замена, постройка механического дома. Вот. Ну, еще я не знаю, там, может, какие-нибудь также будет голодные игры, какие-нибудь там тинтираны, может, там, я не знаю. И также еще я вот так подумал, как вам такая идея, чтобы мне начать пилить какой-нибудь летсплей по Майнкрафту, да. Я уже даже до такого скатился. Вот, я не знаю, в общем, как бы летсплей нравится всем. Вот, ну и я решил, так подумал. Напишите в комментариях, хотите ли вы летсплей по Майнкрафту. Да, вот я сделаю сборку и будем на ней играть. Вот, там будем подписчиков приглашать, то бишь вас. И там будем развиваться и так далее. Вот, ну что ж, я думаю, на этом я закончу. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А с вами был Джокер, всем удачи, всем пока.